10 тысяч тонн асфальта сотрудники ГЛУТ планируют положить в Магадане в этом году. На благоустройство выделили более 300 миллионов рублей. Трудиться над внешним видом города будут ГЛУТ, Горсвет и комбинат зеленого хозяйства. Губернатор Колымы Сергей Носов утвердил программу «Столица. Стратегия развития Магадана до 2030 года». Выделенная сумма – почти 14 миллиардов рублей. Программа «Столица» состоит из многих пунктов, разделов. Это и стройки, это и ремонты фасадов, это и обустройство общественных пространств, это дворовые территории. Вот в этом году выделена тоже, как я скажу, беспрецедентная сумма. Тут губернатор все, что обещает, он подтверждает всеми документами. 100 было у нас на дворы в прошлом году, пообещал 170, 170 заложено в программу «Столица», и 170 миллионов мы должны освоить на дворовых территориях. И вот эта задача, которая поставлена, то есть, скорее всего, уточнена даже, что вы молодцы, там делаете асфальт, бордюры и так далее, но обустройство дворовых территорий должно быть комплексное. По словам главы муниципалитета, во дворах нужно провести модернизацию контейнерных площадок, мест для крупногабаритных отходов и многого другого. В этом году планируют сделать 7 дворов. Особое внимание уделят улицам Билибина и Октябрьской, так как, по словам специалистов, после строительства бассейна эти дворы в ненадлежащем состоянии. По некоторым местам уже готова проектно-сметная документация. Эксперты прислушивались и к пожеланиям жильцов этих домов. Люди говорили, как нужно перерезать парковку. Может, где-то уменьшить детскую площадку. Она чрезмерна, но негде поставить машины, поэтому де-факто ставят машины все-таки на детскую площадку и так далее. Я думаю, что это все будет выполнено. Также каждый год будут выделять 50 миллионов рублей на ремонт подпорных стен в Магадане. На данный момент запланировали 5, по 3 из которых есть проектно-сметная документация.